адская машина. Пока же. Что делает? Генерит кобл. Этот баррел-то буфер. Угу. Из буфера берет кобл по единичке, рассовывает по тигелям. Из тигеля постоянно собирает лаву в бочку, скидывает. Из бочки мы ее вот так вот забираем, раздаем дальше куда надо. Если надо, куда. Окей. А обсидиан делает? Я бочку с лавой, вот да как... никогда. Это не мое, тут валялось. Тебе нужен ранчер? Нужен. Вот он у меня есть. Будет в этом барреле. Угу. Когда будет достаточно лавы накоплено, тогда будет... Через некоторое время мне потребуется некоторое количество обсидиана. И возьми квест. Следующий квест. А, ты бочку хотел? Уже есть. Ну, ну ладно, пусть валяется у меня в кармане. Так, хорошо. Следующий квест это... Ой-ой, север, биофуил и слоттерхаус. На слоттерхаус? Можно пустить куриц на слоттерхаус? У меня есть идея. Нам же его скрафт надо, причем от курицы. Ну, я хочу мясо и хочу этот дрель. Iron X. Не хочу я убивать куриц пока. Они мне яйца не нанесли, золотой сундук. Mm-hmm. Нет, даймондовый лучше. Бочку. Две. Дерево. Черт, топор не сделал. Где у нас делаются топоры? Здесь у нас делаются топоры. Чем я, кстати, с собой соединяться, таскаю, не очень понятно. Так-с. Топор. И что еще нужно? Медь. Медь у нас есть. Ура. У нас есть соу. Джангл, джангл. Конечно же, мы будем пилить дерево, но какое? Вот это дерево мы будем пилить. Важное дерево для пилки. И ура! Хе-хе-хе-хе. Спид-апгрейды. Так-с. Пойдемте установим куда-нибудь нашу дурмашину. Вот и пошел коблик. Да вот на нашу дурмашину. Вот есть обсидианчик. Ну я думаю, что да. Мы ее пока загрузим. Она нам тут же напилит всего. Выбрасывать она все будет, наверное, назад. Оранжевый. А забирать все будет сверху. У нас есть магма-кримы. Как я этого добился, не спрашивай. Но я сделал соумил. Вот. И я сейчас переключу нашу ферму. Подожди, какой мил? Соумил. А-а-а. Писалелку. Лесопилку. Кстати, у меня, по-моему, не моя сковорода, или это моя такая? Не знаю, у меня есть сковорода. Ладно, значит, это моя. Все, процесс идет. У меня есть два клея. Клей мы сейчас смешаем с Blaze Powder. А ничего нельзя сделать из Blaze Powder, чтобы его как-то компактнее хранить. Блейзов можно спаунить, обсидиан роды можно делать. Чем нужны обсидиан роды? А, ух ты! Что из них можно делать? Ну, в общем, компрессить Blaze Powder нельзя. Угу. Так что печаль. Пиу. У нас есть магма-кримы, и мы можем делать спаунер. Спаунер. Два магма-крима, два даймонда. Все это хозяйство у нас есть. Даймонды. Что еще надо было? Незерворд и пластик. Незерворд.
Motion Frame. И я опять без Redstone-чика. Так, вообще зашибись. Как вам, кстати, музычка, которая играет на фоне? Может быть, лучше какой-нибудь транс вместо того, что мы сейчас слушаем? Или же сойдет? Какой коммерческий лаунж-рок. Во! У меня есть спаунер. Что там надо было еще? Автоспаунер, энвил и энчантер. Палочек там не надо заправить в просиловку? А, нет. Надо. Но у меня есть палочки. Замечательно. Заряжай. У меня есть палочки, поверь мне. Ну то заряжай, заряжай. Заряжаю, заряжаю. Заряжено. Благодарю. Надолго еще хватит. Так, ну вроде действительно хватит. Давайте посмотрим, что у нас с песочком. А можно вопрос? Угу. А сюда бочка воды нужна для того, чтобы у нас просто соул-центр производился? Да. Ее нужно забить хитрый. В input, он там красненьким светится в программе. Угу. Так. Бочки-то у нас есть. У нас есть еще одна бочка. Не очень понятно для чего. Это твою ж дивизию. Сейчас вернусь. Все, окей. И ставим вторую бочечку тоже сюда. Так, программу чинить, говоришь? А она починена? Какую чинить программу? Ты про какую программу сейчас? Все окей? Ну, наливается. А, что этот самый? Прописывать их можно. Из инвентарь релея. Знаешь, в чем неприятность? Нет, не знаю. Неприятная неприятность. Когда ты прячешь в контейнер, ну, самое, в подпрограмму, или как это называется, что-нибудь. Это что-нибудь... в общем, не видно, что оно не работает. Да. Печально. Есть такой нюанс. Две бочки ты тут зря поставил, конечно. Вторую бочку я поставил просто, чтобы лежала. Можно было их сюда положить. Угу. Так, что дальше? Я хотел Soul Sand, для чего? Не помню, но я хотел много Soul Sand, да. Трын-трын-трын-трын-трын. Трын-трын-трын-трын-трын. Так, сюда песочек, да. А отсюда Soul Sand-ик. И Soul Sand-ик. И Soul Sand-ик. О, что можно делать? О, что можно делать? О, что можно делать? Он дальше смелтили. А нам надо такие штуки делать, или мы такие уже делали? Ну, делали же. О, автодизенчантер можно делать из них. Красивого у нас уже есть. Ну и фиг бы с ним. С тем работает, и мы довольны. Это сюда. Система сама подберет, сама запихнет куда надо и сама просеет. Круто! Так-с. Автоматически не заряжается. Печаль. Так. Дальше нам нужно было сделать Technological Revolution. Мы вот это делали. Anvil.
Энвил. Три. Где-то я видел патроны. Но только не помню где. Транспортер. О, у нас же есть стронгбокс лишний. А куда он уехал? Вот он. А сюда пойдет вот этот вот. Вот этот вот сундучок. Да. Есть. Угу. А не хочешь поковырять? Угу. Даст. Где? А хоть где. Просто поковырять его побольше. Ух, ну чё? Ну ты даешь. Даю. А чем нам даст? На ситце. Ну, просеем, во-первых, редстон надо побольше, во-вторых, бонмила тоже побольше будет. А, бонмила. А ты не хочешь перенастроить нашу хреновину, чтобы она... Она разве не перенастроена? Не знаю. Она сеет песок. Угу. А, песок, песок. А ты... Ну, в смысле, она делает песок, из песка делает даст. Но песок, я вижу, ты куда-то скушал много. На Soul Sand. А зачем нам так много Soul Sand? Мы извращенцы. Ясно. Из стронбокса может сделать машинист Workbench. Он нам нужен будет. Зачем, я не очень помню. Но пусть будет. Так, нам нужен автоэнвил. Как делается энвил? Ой-ё. Ты видел рецепт на энвил? Да, точно. О, отравленные платки. Дорого! Да ладно. Немножко есть. Фига себе, немножко. Я вот не помню, какая-то метадата у нас пелые пленсы. 6.13? По-моему, да. Кажется. Стоп. О как. Вокруг меня летает экспа и не может ко мне прилететь. Бывает такое. Такс. У нас есть автоэнвил. Абсолютно представляю нафига, но она не портится. Мама, она требует экспу. Так, что нам еще нужно? Энчантер. Энчантер, моя самая-самая любимая машина. Это дизэнчантер. А в энчантере обсидиан. Силат говорил, что у него там уже производится обсидиан, так что давайте проверим это. Вдруг он нам не наврал. Вань. В первую очередь лайтинг и сквид. И крипер. Да, вот прямо сейчас лайтингов много надо. У нас есть, если что, лайтингов резервный? Нет. Нет, это все ситцы, которые есть. Так. Сделаю небольшой буфер, чтобы, если что, вдруг последние семяшки не пропали. Ну там, сейчас ты немножечко вырасти. Так. Хорошо с ксиватом.
Все есть. Даже куры. Так. Курица. Слушай, куры! Ну, куры и куры, что ты паришься? Короче, как у... которые убежали, руби их смело. Рублю нафиг. Сами виноваты. Такс. Бумажка. Бумажки, наверное, много. Проверим, как работает задумка. Так, и пока я не забыл, все зомбомясо, которое у нас есть, а у нас будет много зомбомяса, правильно, мы на пережарку. Работает. Что спер? Кого? Держи. Кого-то спер. Сюда. Сойдет. Я тут решил немножко развлечься. Проверим сейчас твою жарительную машину. Да, она должна работать как часы. Да, надеюсь. Джангл Вуд. Что-то у нас, кстати, с... Угу. Куда бы отнести полную ячейку энергии? Я думаю, что спасать воду. Тут дофига. О, мне, кстати, разрешили убивать кур. Такс. Сюда слить всю энергию, слить, слить сюда. Сливается, сливается. Зачем это нужно, не знаю, но пусть я работает. Я решил слить тебе в ранчер энергии. Такс. Будем размножать кур дальше или это уже достаточно? Может быть, еще стоит немножко размножать. Окей. Так, и где-то у нас должна была быть шкура. Нет. Для книжек. Шкура у нас, кстати, будет очень много. Так, книжки. Да, бонмил кушается хорошо. Но ситцы выдает тоже исправно. Ну, вот славно. Я прям доволен. Угу. Ты готов забрать очередной ревард? Да. Забирай. Забрал. Ух ты, молоточки. Давай я тебе это все отдам. Мне дашь? Может, заберешь? А куда молоточки? У нас вроде как бы единственное место, это наша молотилка. Unbreaking и Fortune. Ой, стоп, а у них Fortune. А это зачем? Как зачем? Молотить руду. Рудить наши... молоту. Заправим в наши. Думаешь, они будут быстрее? Быстрее-то они будут, но я вообще пока не решил, это я в шутку говорю. Не знаю, куда мы здесь. Можно, знаешь, что сделать? Без понятия. Так, хватит ситцев, я тебе сделал почти стандарт. Смотри, ага. Можно молотки пустить на. Ну, в общем, эти молотки могут... Ой. Молотки могут... А они же с форчуном увеличить. Но если их пустить только на руду, то есть отдельный активатор сделать только с рудой, они могут нам фигачить дофига руды. И что ты там хотел? Ты хотел... Можно, но... Ты хотел, чтобы я тебе немножко прошелся тут экскаватором. А я его не вижу. Где он у меня? Экскаватор вот посеял. Куда ты его делаешь, я точно не знаю. Топор со мной. Тут его нету.
Нашел экскаватор. Ну что, пойдем, я откопаю что-нибудь еще. Пучки. Так, все это хозяйство можно смело сбросить здесь. И оно едет туда, куда надо. Так-с. Суицид, короче, тоже производится замечательно. Блин, я боюсь копать рядом с домом, потому что мы сюда расширяться начнемся. Может, нам нужна яма какая? Яма — это вообще идеальный вариант, но я не знаю, где она нам нужна. И потом, что ну... с ней надо будет делать, освещать и т.д. и т.п. В общем, да. А я не готов. А к свиньям ты готов? Ну вот, к свиньям более-менее готов. Окей. Ладно, я тут копаю, наверное, до вечера и вернусь к вам, когда Ксиват будет счастлив.